В воскресенье в отряд поступил звонок от 33-летнего мужчины. Он сообщил, что при спуске вдоль реки Пшехашку получил травму ноги. Самостоятельно передвигаться не может. Из-за труднодоступности места было решено задействовать вертолет. В результате поиска с воздуха мужчина был обнаружен. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и, уложив жесткие носилки, подняли его в вертолет. А прибыв в отряд, передали сотрудникам скорой помощи. Далее мужчину госпитализировали в горбольницу номер 4. Вечером в отряд поступил очередной звонок. Девушка сообщила, что двое ее знакомых ушли в район Ореховских водопадов и к назначенному времени не вернулись. Связи с ними нет. Потерявшихся сочинцев нашли, и медицинская помощь им не потребовалась.